Новая машина, новые номера и регион новый. Житель Самары Олег Андрухов теперь будет ездить на машине с кодом Республики Крым. Вот вы получили номера с 82-м регионом. Вас ничего не смущает? Нет, совершенно. Совершенно, да, крымский регион. Буду ездить, но даже не столь важно. Крымские номера начали выдавать самарским автовладельцам в конце ноября. По городу и области уже ездят 1500 таких машин. Мера вынужденная. В Самаре закончились регистрационные знаки, а поток машин к воротам РЭО не иссякает и даже наоборот. Число регистрационных действий, связанных с выдачей госномеров в этом году, выросло на 10% по аналогии с прошлым годом. На помощь пришел Крым. Номеров с кодом 82 для жителей полуострова оказалось слишком много. И жестяные таблички теперь поехали по всей России. В Самару, Ульяновск, Новосибирск, Курск и другие города. В ГИБДД смену регионального кода на знаках восприняли спокойно, советуют не волноваться и водителям. Никаких изменений в оплате транспортного налога, например, это не влечет. А если действующий номер необходимо заменить или восстановить, это можно сделать без потери родного кода. Номера с кодом 82 будут выдаваться самарцам до марта следующего года. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.